Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Brutal Street 2. Поехали. Так, мы с вами на чем остановились? Так, здесь мы не прошли на ранг S. Ну что ж, давайте тогда пробовать эту миссию. Рискнем. Хотя, подождите, у нас чемоданчик открыт. Надо его посмотреть, что тут выпадет нам. Кастет, заточка. Понятно. Не особо хорошо, конечно. Активируем чемодан. И, наверное, мы сейчас с вами изучим таланты. Хватит у нас денег. Так, 1300 надо здесь. 2500. Так, а здесь тоже 2500 и 1300. Ё-моё. О, а вот на этот хватит? Ну, это боксер. Боксер нам пока не нужен. Хотя, возможно, я делаю большую глупость, что боксера не раскачиваю. Так, защита 1. 182 бакса стоит. Так, тут какой-то будет танц. Ну, танец. Ого, 5400. Ядрите его на коре. Нет, пока мы перебьемся. И давайте хотя бы глянем для начала, что у нас здесь будет в этой миссии. Так, давайте пошуршим. Ага, начинается. Погнали, ребятушки. Так, это кто у нас? Блин, какой-то ниндзя. Надо его сносить обязательно. Давайте попробуем по-быренькому ликвидировать. Ну, добейте вы, ёлки-палки. И делаем, наверное, вот так вот с вами. Так, подхил. Вот этого чувачка надо стопорнуть. И расстрелять. На Леончика тянет, да? Тихо-тихо, отойди оттуда. Давай, ассасинка, гаси этого хмыреныша. Так, зашибись. Заберем, подожди, не ты. Ассасинка забрала. Смотри, на кого он тянет, а? На-ка, получи. Новые враги. Мастер ниндзюцу. Так. Боец, агрессивный. Ладно. Будем знать, что это. Боец у нас агрессивный. Что это? Нифига, это что-то новенькое, ребят. Такого не было у меня раньше. Опять ниндзя со всех сторон. Ёлки-палки. Вызываем двойника и начинаем их колбасить. А вот это, кстати, плохо. Надо хилить нам Леона обязательно. Так, Леончик, давай отхиливайся. Вот это вот плохо, что вот эти вот говнюки появились. Сетка. Это нехорошо. Стопорим. И расстреливаем. Тихо, 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 давай хилься. Ну, ассасинка, давай, шмаляй. Этого, что ли, не может никак добить. Так, очки, по-моему, если я не ошибаюсь, нужны вот этому пареньку. Так, давайте. Ну что, пока вроде бы нормально все идет. Довольно неплохо. Ничего лишнего. Так, энергетик. Повышение атаки. И амбал идет. Ёлки-палки. Давайте его стопорить. И, естественно, бомбить. Давай-давай, по-быстренькому его разберем. Потому что от него очень много проблем. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, тихо-тихо.
Так, хилим. Так, давай, Леончик, что у тебя там? Пока я ничего такого не вижу. Добиваем жирного. И стреляем в эту кучу. Так, что вот это такое? Я так и не понял, что делает. Давайте броню себе поднимем. И еще танец. Так, хиль мне моего робота. Супер боя. Рубим и добиваем. Не получилось что-то добить у нас. Так, Леончик. Ну что же, вроде бы пока нормально все. Так, отойди. Отойди оттуда. Черт подери. Ты будешь долго мне тут нервы компенсировать? Отойди. Рубим. Да вот ты не того у меня хилишь, родная моя хилочка. Давай ассасинку хиль. И опять у нас тут толпа. Пошурику его. Так, сделаем так. И вот так вот. Ну что же, пока вроде бы держимся. Опять ассасин, да? Ладно, давайте, ребята, в два залпа. И хилка тут еще появилась. Вот ее надо в первую очередь, наверное, и сносить нам. Рубим. И по-быренькому ее добиваем. Все, пока под контролем. Ух ты, опять амбал вышел. Елки ты палки. Кстати, я только сейчас увидел, что у меня у супербоя очень мало здоровья. Так, ну что же, пытаемся как-то с вами выкрутиться из этой ситуации. Давайте, мне нужно амбала уничтожить. Быстрее убивать его. Так, отходим. Так, кто у меня тут? Отойди оттуда. И я смотрю, тут хилка появилась, да? Нежданно, негаданно. Ладно. Хилку, я думаю, мы забьем сейчас. Неужели мы прошли, а? Отлично все. Так, ранг S. Да-да, ребята, ранг S. 114 баксов получили. Плюс 2 заточки и нормальный сундук. Так, новинка. Что здесь за новинка такая, интересно? Так, у нас денег 346. Этого мало. Этого очень мало. 1800. Да, ценник, конечно, обалденный просто. 1300. Крит плюс 1. 146. Надо вот эти изучать удары, которые по 1800. Но у нас не хватает, естественно, денег. Ну что ж, давайте тогда попробуем, хотя бы глянем, что у нас здесь такое будет. Что там за новинка? Нью. Ох ты, босс, что ли? Да ладно вам. Точно босяра? Тихо, на Леончика он тянет, а? Так, сделаем.
отойди оттуда. Ну-ка. Давайте его жарить со всех орудий. Наверняка у него какой-нибудь козырь в кармане есть. Причем довольно серьезный. На-ка тебе, на звездочке. Да что ж такое-то, а? Черт подери, да что ж... Оу-оу-оу. Отходим. Надо посмотреть, что у нас там будет. Но я ничего пока не вижу. Так-так-так, тихонько. Леон, отбегай. Иначе тебе крышка. А нам это не нужно. Ух ты, у него сломалась бита, ребята. И он собирается в рукопашку. Ну-ка, иди сюда. Хилка, ты будешь лечить или нет? На тебе, звездочки. Ух, ну не знаю, не знаю. Вроде бы пока все идет нормально. Как дальше будут дела обстоять, не скажу вам точно. И вот этот еще. Ну, готов, нет? Успеем добить. Черт-то с два. Так, ты у меня хилишь там, а? Хилка. Хилит-то хилит, но этот вообще тут разбушевался не по-детски. Получи. Готов, огурец. Ух. Ну что же, прикольно, ребята, мы прошли с вами уровень. 74 бакса получили, плюс микрофон. И новый персонаж у нас открылся. Так, что здесь, ничего нету новенького? По-моему, уже должно быть что-то. Ага, вот. Так, здесь у нас, значит, выбирать можно либо этот. ХП и атака или защита. Давайте, наверное, защиту лучше. И вот, а, или вот так даже. По 1% всего лишь. Что-то мне это как-то не особо устраивает. Вот так, ребята, только лишь на выбор можно это все дело делать. Так, ну-ка в статусе, что у нас тут? Что тут нужно? Что-то я немножко не врублюсь, что надо сделать? Убрать, что ли, одного гангстера? Ну, давай, предположим, так. Ага, вот оно что, ребят. Ух, я даже и не знаю. Блин, а. Но без хила нам в любом случае никак нельзя. Черт подери, ну какой же, блин, соблазн, а. Так, 332, а у этого 250. Заключенный это у нас. А что у него по талантам? Таланты, таланты. Так, это круговой удар заключенного. Щет, а? Ну что ж делать-то? Блин, вместо кого его брать? Вместо Леона? Да у Леона обалденные удары. У ниндзи тоже офигенные. Вместо вот этого? Эх, даже не знаю, если честно. Ну, давайте попробуем сделать так. Оденем куртку, наденем кастеты. Что там у тебя есть? Может быть, с тебя что-то снять можно? Так, надо нам зайти в статус и посмотреть хорошенько. Так, сними тогда отсюда кольцо. И давайте оденем ему. Но он без головного убора у нас идет. 250. Не, ребят, пока, наверное, все-таки не будем. Не будем его брать с собой. Он отстает очень сильно. Его нужно прокачивать. К
как ни крути. Давайте обратно его вернем. Ну что же, наверное, надо посмотреть нам следующий уровень. Поехали, глянем, что нас тут ожидает. Ага, опять движущая платформа. Началось. На-ка. Так, давайте его сейчас возьмем. Кто там сзади? Хил? Сзади хил. Ну, давай, давай, добиваем этого лекаря. Все, тут отлично. А вот это уже плохо. Его надо станить обязательно. Защиту всем повысим. Так, что ты там размахался? Чепушила, а? А ну-ка, вот так вот. Вы видели, в чем прикол сейчас был только что? Ассасинка может вырываться из пут. И это очень хорошо. Так, готов. Давай-ка этого быренько завалим. Готовченко. Так, кто следующий? Ну, выходим по одному, не всей кучей. Так, ассасинка, давай его по-быренькому. Вот только не хватало еще летуна. Стреляем, стреляем со всех видов орудий. Ребята, я сейчас больше чем уверен, пойдут скоро эти амбалы. Как пить дать, да, пойдут. Ну-ка, прижучим этого хмыреныша. Вот и амбалы, ребят, накаркал, блин. Стопорим его и атакуем. Со всех видов орудий сразу же, чтобы было ему неповадно. Так, а здесь еще и хилка появилась, а? Ты посмотри. Так, ассасинка, давай-ка мы переключимся маленько вот сюда. И добиваем вот этого хмыря. Тихо, 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 тихо. Хилочка, хил, пожалуйста, родная моя. Полный отхил. Фух, справились, ладно. Это только разминка была. Вот и очередной, о чем я, в принципе, и говорил. Стопорим его. Так, далее что? Нет, далее вот так мы сделаем. Так, у Леона есть что-нибудь? Да, у него есть откат по двум скиллам. Сейчас мы их оба реализуем. Хотя, может быть, и не надо оба-то. Делаем отхил. Ёлки-палки, их тут двое, а. Плохо, плохо, плохо дело, ребята, плохо. Давайте массовым сюда бомбанем. Ну, добили, добили, отлично. Так, идет у нас с трубой чувачок. Даже два их тут. Так, Леон, бери ствол. И вот так вот бомбанем. Так, за хилкой следует. О-о-о-о, тихо. Делаем полный отхил. Так, надо вот этого говнюка прибить. И, наверное, так вот сделаем. Да отцепись ты от нее, а, докопался. Так, этого грохнем сейчас. И следующий будет вот этот вот. Лашпен. Так, у кого-то мало хп, блин. Ёлки ты палки, очень и очень плохо. Да куда ж ты
делаешь волну-то? Немножко не туда, не туда, конечно же. Тихо, тихо, тихо. Не добивайте его, пожалуйста. У него и так мало хп. Ну, Леон, давай. Зажги тут по полной программе. Куда ты там идешь, сыч? Так, главное, чтобы сейчас в данный момент не появились амбалы. Они мне здесь вообще не нужны, если честно. Так, Леон, добивай вот этого. Ну, еще один выстрел, фиг с ним. Чтоб наверняка уже. Так, давай-ка вот так вот, наверное, рубанем. Фу, вроде справились. Так, следующая волна ожидается. И это у нас амбал, ребята. Его мы сейчас будем обязательно стопорить. Так сказать, в стан. Танцулька. Еще вот этим бомбанем. Фак, а что ж тут происходит? Давайте общий отхил делать. Срочно. Давай жарить этого говнюка, ниндзю. И следующий вот этот будет ниндзя у нас. Так, очки, очки, очки. Очки это для вот этого паренька. Так, отойди оттуда. Так, кто тут у меня требуется? Вот, ей нужен отхил. Да отойдите вы оттуда, ну в конце-то концов. И рубим. У меня как раз тут откат по скиллам. Как раз сейчас мы в него прицельными выстрелами сделаем. Но наверняка не добьем. Да, мы его не добили. Но зато самурайка должна... Тихо, 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 тихо. Отойди оттуда. Общий, общий делаем отхил. Это сюда. Этот у нас пойдет сюда. Так, кто? Блин, ты только по прямой, что ли, умеешь? Давай тогда сделаем вот так. Черт, я уже запутался, если честно говоря. Кто тут куда чего нам нужен? Давайте вот так вот сделаем. Защиту повысим плюс. Супер там танец какой-то. Леон, отойди, пожалуйста, оттуда, а. Там очень жестко для тебя. Нет, пока не будем мы тратить супер хил. А вот Леона надо подхилить. И опять амбал идет, а. Черт тебя подери, даже два амбала. Ух, что же делать, как же быть? Ну-ка, надо нам одного в любом случае сразу добивать. Ну тут там два хила еще стоят. И в этом будет, в принципе, большущая проблема для нас. Так, Леон, отойди. Ну, заколбасьте вы этого говнюка. Тихо, 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 отойди. Лечись. Защита, броня. Добейте, добейте, пожалуйста, этого хмыря. Да, готов, отлично, наконец-то. Так, ну а мы тем временем пойдемте с вами. Нет, это мы не будем пока применять. Хотя я уже применил. Да что он докопался до моего Леона, а? До моего киллера. Ну что, готово? Сейчас будет уже готово. Рубалим. Давай, 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 добиваем эту хилку. Она здесь мешается, и причем очень сильно. Ну, отлично, готов. Так, теперь остался у нас амбал. Неужели, неужели мы прошли, ребята, с вами этот уровень? Ух,
Замечательно, просто шикарно. И с рангом S. Плюс 82 доллара получили. И бейсбольная бита. Это, я так думаю, для заключенного будет оружие у нас. Так, что мы здесь получаем с вами? Ревард. Еще 200 баксов. Ох, как-то так, ребята, получается. И это только на нормале. Тут еще есть, знаете сами, хард, а потом адская. Вау, вы прикиньте, смотрите, какие тут охренительные шмотки. Просто, просто обалденно. Тут, видите, один, два. Но тут, ё-моё. Ну что же, ребята, на этом тогда я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами вскоре в новых видосиках. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята.